Hi guys, my name is Alidia Roy. Welcome to my channel. This will be the first vlogging video for you. I'm very excited about that because I was planning to make it for a long time. And now, finally, here in Maldives, I'm making it for you. This island surprised me. You know, I was traveling a lot. I prefer warm countries to travel, but this place, it has something special, it has a soul. I feel here, well, maybe it will sound like I'm exaggerating, but I'm not. I feel here like at home because local people are so nice, they're so cheerful, but of course I was surprised with some traditions and customs. When you walk in the street, you cannot wear a bikini. It's Maldives. I was thinking that, well, you can wear some revealing dresses, but no, here they are very serious about their. These days we were shooting a music video. It will be cover. It will be the most epic cover ever. No, really, really, I'm very excited about that because the location we selected is amazing. We went here in Ukulhas and we found here nearby deserted abandoned island. And we had all island for ourselves to shoot. So guys, we're now waiting for the boat to go to deserted island to shoot second part of my music video. It will be deserted resort and we have a huge plans to shoot artistic music video there, and waiting for our captain to deliver us to the island. I have to dive in every day. No, no, seems like no one else in the room. We can't get down like there's no one around. We keep on watching, we keep on rocking. Cameras are flashing while we dirty dancing. They keep watching. Feels like they probably say, give me more, give me more, give me. Я там жила, получается, до того момента, как закончила газету государственную службу на дипломата. И после этого я уже переехала в Европу. То есть я не специально переезжала, но мне понравилось. Мне понравилось изучать, мне понравилось учиться разному, знакомиться с разными обычаями, работать в других странах. Это было очень интересно. Соответственно, вот я 10 лет жила в Испании, полгода я жила во Франции, год жила в США. И вот сейчас в Дубае. Give me more. It goes to home?
No, cut and salt. And salt. Yeah. Oh. And what fish is that? This is a shellfish. Shellfish. Yeah, we have a big shell. Wow. That's it. Oh my god. It's a shell. I love it. Looks like I'm going to have some fish for the dinner. Как должна выглядеть настоящая женщина, настоящая девушка? Настоящая девушка, точнее женщина, да? Думаю, по мне все понятно. То есть как ты? Но как я? Можно еще точнее? Можно еще точнее? То есть как я? Да. Да, я стремлюсь к более сочности. А как ты поддерживаешь свою фигуру? Это очень сложно. Нужно трехразовое питание, это как минимум. А что ты кушаешь? Ты считаешь калории как-то? Калории? Да. Или что, чем больше, тем лучше? Ну, должно быть, конечно, все в меру. И углеводы, и белки, и все. Да. Правда. Вообще нет, не считаю. Не считаешь? Нет. Ну, то есть, чем больше, тем лучше? В данный момент, да. Главное, чтобы вкусно было. Я тебя полностью поддерживаю. Я считаю, что надо кушать, быть довольной. Да. А вот ты мне как-то говорила о том, о чем ты мечтаешь. Вот у каждого есть своя мечта. Ты можешь рассказать мне об этой мечте? Мечта по поводу тела. Да. Именно, да? Да, я всегда мечтала, вот у меня с детства даже мечтала, чтобы у меня была попа. Но так как у меня ее практически не было, мне пришлось какими-то махинациями ее делать больше. А с детства ты с какого возраста? Ну вот, наверное, с 10 лет я начала смотреть клипы. И а ты помнишь, увидела чей вот клип? Этих американские клипы 50 Cent с этими девушками, да. И мне хотелось вот такие вот попы. То есть и как ты, вот, как ты над этим работала? Как я работала над этим? Да. Сначала очень-очень с ошибками. А в чем были твои ошибки? Мои ошибки были в том, что я ущемляла себя как раз-таки в питании. Я думала, что я буду ходить в зал, там питаться, ну, не очень особо. Что-то там да получится, но особо попа не росла. Ну, ты имеешь в виду, что ты вот на таком спортивном питании? Да, на спортивном. Сначала было фитнес, only fitness. Потом подключила... Surgery. Surgery? Yes, подключила surgery, и это мне больше нравится. Да? Сейчас, да. Ну, то есть ты совмещаешь и фитнес, и surgery? Да, совмещаю, так как был момент, что я фитнес не подключила, и просто было surgery. Автосurgery – это теряется тонус, и все-таки лучше, когда и фитнес подключен. Фитнес, да? Какие у тебя планы вот на ближайший год? Или ты так не строишь свою жизнь? На ближайший Ничем. Год, который заканчивается. Ну, ближайший год – это вот будущее, 2023. 2023? В планах развития своего... YouTube-канала. YouTube-канал? Ну да, мы же сейчас им занимаемся, нет? Да, ну это ты занимаешься, я-то что? Я занимаюсь твоей развитием твоего YouTube-канала. А, да? Очень неплохо. Подписывайтесь на мой канал. Вы все услышали. И ссылка будет внизу опубликована тоже. Не забывайте подписаться. Ну, это хорошие планы. Возможно, выйти замуж. Замуж? Да, а почему нет? Так рано. Почему рано? Ну, вот как думала, всегда планировала как-то, в каком возрасте ты хочешь, или просто вот, вот как... Нет, я это не планировала. Ну, замуж – это хорошее дело. Все говорят? Может быть. Говорят, это плохо. На самом деле, слухи ходят. Ну что, на самом деле, мужчины меняются после, да? Говорят, и женщины меняются, и все мужчины меняются. Да. А все, женщины как меняются? Они больше становятся, да? Ну, как бы, так это же хорошо. Вообще, на самом деле, я вот, я не знаю, как... Я точно не поменяюсь, но говорят мужчины. Меняю, вот я тоже так думаю. Девушки до свадьбы любят секс, а после нет. Так мужчины то же самое. Серьезно? Да, я слышала очень много жалоб.
Что да? Вот, да, вот у меня есть подруги, они прям говорят, ну, все было нормально, все было хорошо. Вот до а того, потом как все, я вышла, все пошло. Все пошло так, что приходится искать другого мужчину, там, ну, понимаешь, всякое бывает. Все, там, секс раз в полгода. А если раньше было все хорошо, то потом они меняются. Ну вот, к чему приходит свадьба. Ну вот да. Грустно, конечно. На такой ноте заканчивать нужно что-то другое обсудить. Ну ничего, будем развиваться как-нибудь в следующем году. Да. Но если что, ты всегда можешь развестись. Развестись если всегда тебе можно. Если не будет недостаточно там секса. Конечно. Внимание, поэтому. А путешествие? Очень хочу путешествовать. Практически. А где тебе больше всего понравилось из того, где ты была? Все в тепло. Все пляжи мира. Вообще в планах. Багамы хотела бы посетить. Какие у вас запросы? Ну что ж, спасибо большое за этот прекрасный разговор. Да не за что. За вечер. За то, что согласилась дать интервью. Они там меня спрашивают, что вот у меня такой позитивный инстаграм, позитивное искусство, ВКонтакте страничка такая позитивная. Как мне это удается? Мне бы, конечно, хотелось проиронизировать о том, что это коктейльчик, но на самом деле все гораздо сложнее. На самом деле жизнь – это усилие. У всех жизнь – это усилие. Это воля, воля к счастью. У кого-то воля к победе, у кого-то воля к чему-то. Еще у меня это воля к счастью. Потому что для того, чтобы быть счастливым, мы не рождаемся сами по себе счастливыми. Мы делаем себя такими. Самое крутое, что может сделать человек, это превозмочь свои реакции на то, что происходит. И превозмочь себя, быть достаточно сильным для того, чтобы быть счастливым. Мы не рождаемся просто так, вот, мы счастливы. И даже вот если этот прекрасный океан, эти прекрасные пальмы, на самом деле, если ты приехал сюда со своими фрустрациями, со своими какой-то болью, то она не сделает тебя счастливым. Это работа над собой, на самом деле, ребят. Жизнь – это работа над собой, и я постоянно над собой работаю. Поэтому, ну, много, на самом деле, много лет. И в данный момент я считаю, что я достигла такого уровня, что я считаю себя уже счастливым человеком.